Я. Да, я знаю, что я, может, уже кого-то заебал, или, может быть, наоборот, сегодня прямо втащу, так сказать, да, роликами завалил вас просто. Но это не обычный ролик, да, это ролик от богоподобной студии, вот это реально стоит посмотреть, даже если это самый нубский, самый хуёвый геймплей, который вы только видели, но этот ролик от Machinima, да. Именно той Machinima, которую мы с вами все знаем, которая сама выпускала ролики про Battlefield Friends, прочее говно. Это реально стоит посмотреть. Давайте посмотрим, что они нам тут наворотили. Ну, в общем, они написали, типа, мол, спасибо, что пригласили нас поиграть. Типа, вся хуйня, как всегда. Ну, конечно, 12 миллионов подписчиков, ничего себе пиарчик. Нихуя он классный такой. Прежде чем мы сразимся с Бубалом, Талион должен, что, блять? Талион должен победить. Талион должен победить. Вырубить, короче, вождей, капитанов и бодигардов. Разве? Мне казалось, это не обязательно. Нурнен. Ну окей. Чего, блядь? Типа, заботьтесь о этих карагорах, но держите дистанцию, ничего не суйте в клетку. Не увлекайтесь этим. Чё он, блядь, в другую сторону повернут? Я хочу посмотреть на его лицо, он с виду вроде красивый. О, стелс, стелс, ебать. Я где-то уже видел такой стелс. Даже, блядь, по полю чувак по открытому ползет и... Фокусируйтесь на дебилах возле клетках. Мы... типа, они не слишком умны, поэтому, типа, не освобождайте Карагоров. Так, подожди. We don't want them to... А, мы не хотим, чтобы они становились умнее, типа, и... освобождали Карагоров. Ну да, то есть, типа, вырубить сначала охрану, чтобы они, короче, не освободили Карагоров, и Карагоры не помогли охране. Логично. Тут уже потасовка, бля. Я так понял, это монтаж, так что, ну, Machinima другого сделать не может. Они ж наше время экономят, вся хуйня. Они ж не я. Да вы шо, я ваше время сру прям пиздец, днями напролет. Сейчас я выме видео. Это не твой бой, но теперь твой. Типа, это твое, типа, поражение, короче. Вау, он четкий. Он, блядь, ну, реально на эльфа похож. Вот сука. 12-й левел. Ну и сдох, короче. Ну да, он 12-й уровень, я особо не ожидал ничего. Получил один уровень. Один уровень, а не 11, блядь. Кстати, я почитал там пару идей. Единственная у парня была охуенная идея, это то, что система подгоняет их по левелу, типа... То есть, если какой-то, допустим, капитан был 30-го левела, и, короче, наш 17-го убивает 30-го, то он, типа, получает все его уровни. На самом деле, идея хорошая, но как-то она, ну, не вписывается в Немезис. Все-таки пока что, ну, я не увидел хороших идей. Так что думайте, думайте. Такой себе челлендж.
Усиленный выстрел надо юзать. Нихуя себе. Ау! Ауч! В животяру! Ну, он покруче будет явно, чем прошлый. Еще в ярость вошел от чего-то. От льда, наверное. Кто-то Террор командир, блядь. Не, он мародер командир, по-моему, да. Мародер командир. Но все равно, но крутой, очень крутой, как по мне. Ну, для первого раза я бы его заклеймил, честно говоря. Вот вообще, без стыда, без нихуя, сразу говорю. Классно разминулись ударами. Бля, он сейчас сдохнет, аккуратно. Ой. Сорянчик. Надеюсь, не громко было. Я буду служить тебе хорошо. Ну и короче, он отступает. Блять, что-то насморк начинается? Что за хуйня? Я, блядь, на улицу не выхожу. От чего, блядь, насморк? Кстати, видео мотаю не я, это монтаж такой просто. Если оно так и есть. Грог — это бухло, медицина и топливо для орков, но для нас это оружие. Ну лады, я знаю. Охуенная ускоренная перемотка, пиздец. И вот этого я бы приручил, наверное. Хотя... Ого. Короче, я знаю, что это типа, блять, умереть и воскреснуть снова. Некроманты не давали мне отдыхать 1000 лет, короче, поэтому давай, мальчик, блять, давай я, короче, научу тебя, что значит по-настоящему умереть. Ёб твою мать, ВКонтакте ебучий, это ебись вообще. Тебя же заблокировали на Украине, как ты работаешь? To die. Он прикольно так разговаривает. Ну, прикольный у него персонаж такой. Охуенный у ворот от карагоров, руки поставил, блядь. А то, что когтями они впиваются, не, ничего, ну ладно. Ёптую, я думал, это в игре так. Да заебали показывать, что он неуязвим к огню, блядь. Он, видимо, по огню бегает. Игра думает, что мы пытаемся его поджечь. Нет, неправда, он сам бегает по огню. Он решил нас заебать этими подсказками, так сказать. Да хватит, Карахор, алё, чё ты такой сильный, ну? Shadow Strike. Отступай и сражаться, чтобы снова сражаться. Ну и побежал, блядь.
побегушки по Мордору начинаются. Да стой, сука. На самом деле эту логику только что сейчас не понял. Он побежал направо, потом снова налево, и потом снова направо, и потом снова налево, если я не ошибаюсь. Вот он бежит направо, потом возвращается налево, потом снова бежит направо, и потом снова бежит налево. Чё, блядь? Уберите этого пидораса от меня. И, короче, сразу убивает. Но нет. Мы не нубасы, мы не сдохнем. Прикройте меня за красные мечи, блядь. Не убежишь, пидор. Я тебя, блядь, убью. А может и не убью. Бля, успел! Join my army! Command me, bright lord! Что? Что это значит? Типа, что это значит? Что значит inflitate votchev? Это типа, блядь, чё это значит? Это типа, подставить своего хозяина? Наверное, не знаю. Давайте будем надеяться на это. Ну, поживем, увидим, какая разница, похуй. Это же на то и геймплей, да? Они же покажут нам. О, ёпта, веселье. Нихуёво так подобрал. Опять эта ветка. Да сколько можно, ну? Белое дерево, символ Гондора. Ну хоть кто-то юзает скрытое истощение, блядь. В отличие от других дебилов, блогеров, которые это проходили. Машин, танк. Он разве один пришел? Да ладно, вождь один? Ну ладно. Это, видимо, ну им включили раннюю версию, видите, все 11-х, 12-х. И на самом деле это круто, а то заебался смотреть на 50-х, блядь, 30-х. Хочу посмотреть, как будет игра у меня выглядеть на ранних этапах. То есть как только ее включу, она, блядь, вот вы сейчас, грубо говоря, смотрите, блядь, обычный геймплей на ютубе, да? То есть самый ранний. Это нормально. Так и должно быть. У вождей не должно быть, блядь, по 4 капитана, блядь, на раннем доступе, сука. Нихуя себе, зачем это сделал? На самом деле, так можно наносить скрытые удары. Просто нанес удар и съебался. Блядь, ну не на того же. Что он делает, я не понимаю. Рывок какой-то. Уворачивается. Как вы сюда попали? Как они сюда залезли? Ассасины? Охуеть, а ты как сюда залез? Чё-то я вообще не врубаюсь. Этот сигнал привел много вояк. И это привело меня... Я, блядь, привел твою, блядь, погибель, обреченность. Машин-танк. Сколько можно носить этот ебучий флаг у себя на спине? Меня это напрягает.
Ты хотел меня, вот и я. Мое лицо будет последним, что ты увидишь. Это я, блядь, в первой части слышал. 100%. 100%. 100%. Ебать, я вам отвечаю, ребята. 100% это было в первой части, вот эта фраза. Не клейми его, он же, блядь, некрасивый. Если это послужит тебе. Ну ладно, хорошо, я разрешаю. А на самом деле нет. Не хочу. Фу. Я бы его убил. А, ну да, они же боятся, когда вождь, типа, блядь, отступает или умирает. Здорово. Теперь ты за меня. Ну все-таки, как он сюда залез? Они умеют паркурить? Сука, собака ебаная, мразь. Нахуй иди. Это что было сейчас? Что это было? Это у меня экран дергался? Нет, это видео. Блять, я уж испугался. Короче, это сделать шпиона. Inflitate Watchif, ёб твою мать. Это ж сделать шпионом. Ебать, я тупой. Ну, я не тупой, я просто не посмотрел в прошлый раз. Хорошо, я признаюсь, я не всегда смотрю то, что, блядь, они делают. Вау. Вот мне больше всего сейчас нравится вот этот поц, который наш. И, блядь, вот этот Олокхай. Вот два поцика, вот этот и вот этот. Хотя, блядь, стоп. What the fuck? What the fuck? Они одинаковые, блядь. Не, ну броня, конечно, отличается. Но они все равно оба за нас. Это как два братья, их можно сделать братанами. Охуенно. Типа, блядь, Даша и Паша, короче. Один будет педиком, один будет тёлкой, короче. Бля, они такие клёвые здесь вообще. Реально, сколько можно на них нафапать. Чё прошло? Рейдит чекпоинт. Защищает чекпоинт. Защитил. Благо, что здесь одни... Ну да, их здесь, конечно, меньше на карте, я имею в виду. Вот этой типа армии, да, на карте, минимапе. Их здесь меньше, чем в первой части, но... В первой части они очень редко сражались между друг другом, в основном только апались. А здесь я вижу, активно они ебашатся между друг другом. Хотя, на самом деле, здесь это единственный способ повысить уровень хорошо, поэтому я не удивлен, что система не везде это делает. Как он вообще повысился, левелап? Он и был 14-м, разве нет? Ну уже, как? Ты же двух шпионов послал. Где они? Я хочу посмотреть. Хотя, на самом деле, тут не будет крепости, я надеюсь. Не будет крепости? Или будет? Пока не вижу точек. Точки появятся? Да не, будет в конце. Аж в конце. Ну ничего, ребят. Я просто не хочу смотреть на крепость, на самом деле. Я сегодня 3 ролика про крепость сделал. Нет, 2. Один же про Эльтариэль. Как удобно, мне даже проматывать не надо. Машинима все сделала за меня. Просто вот для людей. Они даже это делают для людей. Просто. Пещеры какие-то. Тут хулы, да? Ебать, я просто угадал. Я просто молодец. Здорово. Хуёво, что капитаны не ходят вот так вот просто по карте. То есть надо миссии начинать. Хотя я не уверен, может они и ходят. Может быть они и ходят. Может быть, они и ходят на карте, они по-любому должны ходить на карте, просто некоторые уроков можно достать только квестом, я так понял. Такой типа стелс, ночью, классно. На карте пока не видно. О, вижу. О, это он бомжара с ТП. Какого левела? 13-го чеша. А, 18-го. Ну, блядь, ебать. Может быть убит мгновенно, используя стелс-атаки, блядь, поджигается и умирает.
И боится карагоров, что, от чего, наверное, тоже умирает сразу. Ну, я имею в виду не от страха, а карагор его загрызает, а он умирает. Ебать он бомж вообще, просто лузер ебаный. Его можно сдалека сейчас поджечь бочку, и он умрет. Или упасть сверху, да-да-да. Или заклеймить. Но он его убьет. Мародер-командир, умри, пидорас. Здравствуйте, ребята. А что, вы больше не убегаете? С какой-то радостью вы не убегаете. Я думал, вы убежите от страха, что я убил вашего бомжа. Там легендарная руна, ёб твою мать. Надо ее забрать. Нет, куда ты побежал? А руна? Ну охуенно, чё. Он просто убежал. Он просто ходит и убивает, короче, этих уруков. Это классно. Я бы тоже так делал. Но правда пока что сильно легко. Потому что они не прокачанные. Dark Assassin. Без арбалета. Ну это баги, блядь. Это бывает, ребята. Ну, согласитесь, это альфа или бета, хуй знает. Бета, по-моему. Плюс круг единословен. Что это в смысле? У него одно слово в словарном запасе или что? Сейчас, наверное, приходит такой Мэнфилд и все. Все, что он знает. Рейд за припасами. Вражеский капитан рейдит другого капитана ради припасов. Что значит припасы? О боже, опять эта сраная шапка. Мы защищаем эти припасы, что? Мы, в смысле, кто-то важный в сети. Это, блядь, шутка такая или что? Кто-то важный, в смысле, кто-то важный? Блядь, какой-то дебил ник поменял. Ебать, охуеть, кто-то важный в сети, 10 из 10. We protect these supplies. Мы, короче, защищаем эти припасы собственными жизнями. Слышите меня, ребят? Дружелюбный, блядь. Мародер дестройер. О, стелс. Блять, охуеть, охуенно, блять, субтитры просто легли. Муа, ля персик просто. И что там написано, я ж не ебу. Ну и все. Там написано спасибо, что пригласили нас поиграть в эту игру. А ну давай, блядь, ну нахуя ты взрываешь? Теперь, конечно, арбалетчик победит. Теперь уж точно. А что если выстрелить усиленным выстрелом? Он же улетит в воду, по идее. Я же говорю, конечно, теперь он проиграет. Ну не клейми его, он же дебил. Отступай. You dominated. Ты подчинил, блядь, Норука дружелюбного. Он, блядь, убежал, и, короче, вражеский капитан получил его лап или чё? А, Флеймонгер получает победу. Ну да, я ожидал. А вы видели, там было написано, типа, какой-то капитан схватил в плен нашего Мозу the Golden. Ебать, нихуя себе. Это типа на казнь, что ли? Ну, чтобы казнить? Я хочу. Как это сделать? Где казнь? Покажите мне казнь. В смысле, почему время промоталось? Что за хуйня? А, ну он же проматывает, точняк. Ой, блядь, ночью хоть жить можно, пиздец. Окно открыл, ебать, и сидишь, охуеваешь, балдеешь. На вождя нападаешь, ты что, бессмертный? Ну-ка, давай, рискни, арбалетчик недобитый. А, это на арбалетчика нападает. Ничего в Мордоре не важнее, чем маленькие сокровища. Вы слышите меня? Ничего. Those supplies belong to
Эти, блядь, припасы принадлежат нам. Идем туда и захватим их. В бой, блядь! И текстурки не подгрузились, но я молчу. Не, он не победит, это бред. Он же ближе не будет. А, блядь, это же Shadow of War. Ёб твою мать, здесь же даже арбалетчик может нагнуть в ближнем бою. Батя, блядь, вот эти мои стереотипы, их надо срочно избавляться от них, потому что у меня будут проблемы с игрой, если я буду так дальше продолжать думать. Надо отвыкать, надо отвыкать. Ёб твою мать, откуда... А, ну да, ты спавнился, охуенно. Кто-то сказал про неловкость, короче, типа, что ты появляешься в самый неловкий момент, типа, когда все дерутся. Ну пиздитесь же, вон один, блядь, он же арбалетчик, пожалуйста. Пожалуйста, он же арбалетчик, убейте его, ну пожалуйста, я умоляю вас, убейте. Он арбалетчик, он должен быть бесполезным, убейте его, пожалуйста. Че я охуенно упал? Небось еще и больно, да? Аптечка прибежала. И вторая аптечка прибежала. Хватит меня бить, блядь! Бля, нашего капитана пиздит Олохай. Никто ничего сделать не может. Капитан тупо отбиться не может от рекрута. Я в шоке. Че за хуйня? Нихуя себе, ты сильно смелый. Блядь, нашего капитана там не убьют часом, пиздец. Он не может убить одного Олохая. Ооо, теперь-то точно пиздец. Убейте его, пожалуйста. Умри, наконец-то. Хватит меня стрелять уже. Он убегает, все. Отступаем, блядь. Ну беги, беги. 7 уровней! 7 уровней! 7 уровней! И, короче, добивание пошло. На тебе, еблищем. 28! 28! 28, блядь! А сколько было? Было, по-моему, 21. О, ёб твою мать! Ёб твою мать! 28! Я в шоке! Конечно, он его шотнет, блядь! У него удар на пол хп. 29-й. Охуенно прокачался, блядь. Так он еще в ярости от чего-то. От чего ты в ярости? Что тебе не нравится? Куда ты побежал? Вы слышали этот звук? Послушайте его снова. Вот внимательно, когда прибежит Урук и попробует ударить нас, а мы заблокируем. Слушайте этот звук. Блядь, громче сделаю. Ща, вот-вот. Такой как говно. Бля, вот пиздец, если сейчас этот ролик опять будет 2 часа заливаться, я просто охуею. Мой последний 50-минутный ролик загружался на YouTube 2 часа. Я реально думал, ёбнусь. Мне так стыдно было, я знаю, что этого никто не знает, да, что, блядь, ролики так долго загружаются. Но я думал, у меня нормально будет, а тут хуйня. Ну, то есть, раньше было нормально, а теперь параш. Я такой, ща покажу людям охуенное видео, буду делать новое видео. А хуйца в рот! Заливаешь, блядь, и, блядь, все, не знаешь, ошибку выбьет или чё. Реально стрёмно, мониторишь каждые, блядь, 10 минут. Собака, иди нахуй, ну сдохни наконец-то, боже. Это не моя, это соседка, она так бесит, блядь. Паркур. Ловушка. И наш бодигард. Наверное. Но скорее всего это наш бодигард.
Потому что на карте других таких нету. Два брата за нас. Че он делает? Он идет и играет со своим копьем, сука. Ему скучно, блядь. For my master. За моего мастера, светлого властелина. Жаль, что они сразу предают. На самом деле это обидно. Я думал, что нужно им приказывать. А вот это, я, блядь, это так тупо, ребята, согласитесь. Я знаю, что вы со мной согласитесь, что он автоматически предает. Это тупо. Вот бы подходящий момент, знаете, там типа подобрать и выбрать. А так он сразу нападает и все. Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё? Блядь? Ваншот? Ваншот? А я думал, ваншот, думаю, что? У него даже хп не отбавилось, это как? Заноза в заднице. Подождите, блядь. А как он выжил? Он же его проткнул. Хотя, чё я удивляюсь? Ебать, это же Мордор. А, они лазят. Они охуенно, они умеют лазить. Всё, гэ-гэ. Смотрите, просто паркурят, как в Ассасине. Они не дают залезть. Сука. Хватит сюда залазить, сука, блядь. Скалолазы на Эверест. А ты просто, блядь. Надо ударить, типа, этим ударом об землю, они все улетят нахуй. Ой, цепь, цепь. А где наш капитан? Он же типа должен вообще-то его типа убить. А ему похуй. Он такой типа за мастера светлого властелина ударил в спину и убежал. А ты... Ебать, а ты что там делаешь, блядь? Что вы делаете на крыше? Хватит. Не надо. Нельзя. Только я могу бегать по крышам. Ебать, он бестмастер. Он же бафает этих животных, типа, и они сражаются за него. Куда ты побежал? Он побежал нашего капитана убить. Он, кстати, его может убить, потому что у нашего капитана половина хп. Помоги же ему, его завалят. Как он, блядь, вот так быстро перемещается? Он некромант, он, блядь, сила тьмы, нахуй. Он Назгул. Вы видели, блядь? Пиздец. Он просто мастер у воротов. Он, блядь, смотрите, он, блядь, реально как Келлен Бримбор. Он такой... Шу-шу-шу. Как ртуть, блядь, в фильме. Как Флэш просто, вообще. Да хватит драться, блядь. Да спустись ты, сука, помоги ему, блядь. Отвлеки на себя внимание в натуре. Ну, охуенно, он убегает. Да он, ну, что ты дебил. Карагора призови. Призови, блядь, бодигардов своих. Вообще, кого угодно, но помоги ему, он не должен сдохнуть, он очень красивый, пожалуйста. Он двигается как Флэш, он не должен умереть. У него еще столько дел, он еще столько всего должен сделать, я тебя прошу. Я знаю, что если он достоин, то он должен выжить, но пожалуйста, помоги ему, он же сдохнет сейчас. Убей, убей, нет! Ой, гэ-гэ, ой, блядь, ой, блядь. А, нет, нас же этот, типа, неуязвим к огню. Но его сейчас убьют. А может не убьют? А может убьют? Нет, не убьют! Казнь, казнь, быстро! Охуеть, он злится от смертельных ранений. Убей его, у тебя есть казнь! У тебя есть казнь! У тебя она доступна, я вижу! У тебя даже почти эльфийская ярость доступна. Ну сделай хоть что-нибудь! Помоги ему, пожалуйста! Убей его. Наш капитан сдох или что? А он куда он убежал? Стоп, он убежал?
Что ты хочешь от меня, ебать? В натуре убежал? Тю, ебать, я думал он... А, он сдох. Ну, конечно. Пиздец. А я говорил, блядь. Я говорил вам, блядь. Чё ты тут делаешь? Завис, что ли? Спускайся, пидорас. А говорил, помогите, он охуенный, он двигался как флэш, и он был красивым. Пиздец. Всё, блядь, я разочарован. Он мог играть роль вампира в моей мини-игре. Сука. Хуесос. Ну все, хорошо, блядь, ладно. У меня еще один запасной такой есть на карте. Надеюсь, он тоже двигается как флэш. Кстати, вы слышали, короче, вот пока он, блядь, приручает еще одного бесполезного урка на фоне. Вы слышали, в Украине вводят новый закон, что типа теперь быдло не может, короче, плевать на улице и типа кидать окурки на дорогу. Это круто, их типа штрафуют на 1500. Это пиздец, это охуенно. Реально, я доволен. Теперь, блядь, не буду идти по улице, знаете, я иду с универа, такой типа довольный, вся хуйня. Но я не доволен тем, что иду с универа, но я доволен тем, что я ухожу оттуда, я иду домой гулять, и я вижу, как какой-то хуесос типа или курит, или просто идет куда-то, знаете, он так типа... Я такой, ну ты, сука, верблюд ебаный, пиздец, так противно в моральном плане, пиздец, невоспитанные хуесосы. Или бросают бычки, блядь, сука, на землю в 2 метрах от мусорки, потому что ему впадло пройтись, блядь. Уебаны просто. Ну все, теперь типа крепость. Вау, 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 вау. Вот это командирчик, вот это командирчик, вот это командирчик, да. Давайте я нахуй выключу скайп, а то он меня немного подзаебал. Я им вообще не пользуюсь, у меня вообще-то дискорд есть, но... Ну там, по-моему, никого в сети нет, сейчас чекну. Ну, по-моему, там никого нет в сети. Ну, конечно. Еще бы там кто-то был. Кому ж надо играть, да? Кому надо играть? Ну никому нахуй не надо играть. Все ж такие правильные. Ебать, у нас поцики прокачаны. О, такой же самый почти что. Типа я знаю, что ты наслаждаешься, что ты шаришь в двух вещах, типа поражение и отступление. Сегодня мы попробуем оба сразу. Бля, нихуя. Слушайте меня, хуесосы. Последний форт в Мордоре по-прежнему стоит против Светлого Властелина. Представьте, что он сделает с этим Оверлордом. Древний. Рук древний. Рук древнейший, типа. Один из древних, короче.
Я убью его, блядь. Опять эти онины. Чё такое? Кто там уже умирает? Чё? А как ты там оказался, братишка? Мне кажется, он просто был в крепости, а потом тупо предал и, короче, стал за нас. Но правда, он убивает самого красивого из них. Это плохо. Хотя, вы видите, там вообще уруки на орбиту улетают. Вы просто посмотрите, блядь. Сейчас залезает, короче. Вот идет взрыв. Бум. И вот он летит урок, он улетает, короче, на Марс исследовать постройки инопланетян. Смотрите, он полностью в космическом сете. Он, блядь, с дыхательными аппаратами, короче. Все. Короче, он улетел, но обещал вернуться. Чё он, блядь, эти бомбы швыряет? Он как-то какой-то имбовый вообще. Он их станет настолько жестко. Да хватит, блядь, бросать эти бомбы, сука. Зря я хотел посмотреть, как олахаи друг друга пиздят. Добивают, точнее. Все, что я сделаю на стримах в первую очередь, это буду смотреть, как Ола Хави будут добивать друг друга на арене. Я буду называть их по именам, короче, фолловеров, и они будут пиздиться. И потом будем решать, кто самый сильный подписчик. О, это охуенная вещь, кстати. Нет, блядь, он же... В смысле стелс убить? Он такой, он самый красивый был, плюс он командир. Ну ты уёбок. Ничего. Ладно, у меня два ОЛХ, ты прощен. Заклейми тогда еще вот этого чувака, и тогда я тебя прощаю. Ну все, короче, тогда я... Тебя прощаю. Все, ты прощен, Машинима. Талион левел 30? Серьезно? А че они все такие низкоуровневые? Читер! Блин, на точке только наши капитаны, вы просто... Тут какой-то чел убежал, я вижу, Укбук, Скулкрашер убежал, Ломатель Черепов, но... На точке одни наши капитаны, вы просто представьте, каково вражеским рекрутам. Боже. А, их тут почти и нет, по сути. Они эту точку за секунду захватили. А на последней точке сколько их? Тоже никого, пиздец. Они врываются просто на точку, просто врываются. Там чувака нашего ранили. Вот этими бомбами вонючими. Ну подними нашего поцика, ты же... Хелп, он говорит... Блядь, а почему... Почему они не помогают, блядь? Некромант, он же владеет темной магией, почему он не поможет? Блин, почему вообще никто не может помогать? Ну блин, так тупо, обидно вообще. Он кричит «Help me!», я сюда слышу, 20% громкости видео, я слышу его, я слышу этот зов. Я должен ответить на него. Ну,
опять темно. Ну, хоть окна есть, это радует. Большие, красивые окна. Ты не можешь победить это. Я знаю каждый шаг, который ты сделаешь, прежде чем ты его сделаешь. У тебя что, шаринган, блядь, или что? Я знаю, как отбить все твои трюки. Мне не нужны никакие трюки, чтобы победить тебя. Ах ты, падла, подъебал, значит, да? Ну иди сюда. У него такая рожа злая. О, правильно, правильно, машине машарит. Правда, хп это что-то мало отнимает. 34 комбо, он сейчас как казнь юзнет, блять, у него челюсть отпадет. Нихуя, пол хп снес, блять, одной казнью. Вот что значит нормальный обзор, который нормально, приятно можно смотреть. Он в замешательстве, нихуя себе, мне прилетел хедшот, как это, мне, оверлорду хедшот, откуда, кто, как посмел вообще. Все, молодец. Ну, этого тоже можно, не-не-не, хотя, ладно. У него слишком много бафов, он проклят, вармонгер и трекер, нормальный. Он может отследить врагов, а это главное. Он не будет столь бесполезным. Ищейки всегда хороши. Это конец уже, да? Нет, не конец вроде бы. А, нет, конец. И мой любимец станет оверлордом. Ебать же, мне повезло. Мистик-то... Ооо, просто посмотрите на это волшебство. Да, он худой, может быть, да, может кому-то показаться уродливым, но мне он вообще заходит. Вот такой вот стиль, типа древний вампир, мне очень нравится. Красные глаза, блядь, иссушенная кожа, красивая броня. Правда, у него что-то броня не добавилась, когда он стал оверлордом. Ну ладно, видимо, это бывает не у всех. Короче, давайте он выйдет на балкон, чтобы было красиво. Вот как-то так, короче, поставим на паузу. Короче, видос я вам еще один показал, еще один запилил. Времени сейчас хуй знает сколько, сейчас скажу. Чтобы вы примерно понимали, сколько меня динамит YouTube. Сейчас 9.38, 21.38, если что. Посмотрим, когда это видео вообще попадет. Надеюсь, его кто-то посмотрит вечером. Я был бы очень рад, посему как на канале появилось несколько фаворитов. Ну, уже явных фаворитов. Я вижу, зрители явно интересуются всяким моим контентом. Да и вообще, ну, может, им просто интересна эта тематика. Я не буду называть их имен, пускай от этого будет все интереснее. Я думаю, назову их на стриме. Ну, лично поблагодарю, так сказать. В общем, вся хуйня. Короче, все, если что-то еще найду, и вы найдете, естественно, вы делитесь, все хорошо. Лишь бы просто, ну, знаете, в хорошей форме, то есть в хорошей общительной форме. Тогда, естественно, все, ну, я и так все сделал, ну, просто мне немного неприятно, когда вы обращаетесь, знаете, типа как Оскар, но это, ну, не так, ну, не должно так быть. Все, всем удачи, в общем, и, блядь, надеюсь, вы увидите этот ролик.